Развитие культуры невозможно без приобщения детей, как говорится, к прекрасному, доброму, светлому. Одним из способов этого является музыка. Во все времена композиторы писали музыку для детей. И приятно отметить, что современные музыканты достойно продолжают эту традицию. Фестиваль «Композиторы России детям Подмосковья» откроет возможности познакомиться с лучшими современными музыкальными произведениями. Более 20 лет фестиваль «Композиторы России детям» с успехом путешествует по разным городам нашей страны. И этой осенью впервые его участники порадовали жителей Подмосковья. 13 октября в детской школе искусств города Видное на закрытии фестиваля собралось много ценителей музыки. Ребенок должен знать, что сегодня происходит в том виде искусства, которым он собирается в жизни заниматься. Я понимаю, что должен звучать Чайковский, Бах, Клименти, Черни, но должны звучать современные композиторы. Одной из задач таких встреч является раскрытие детских талантов. Начинающие музыканты показывают свое мастерство, исполняя на концерте произведения современных композиторов. Им это доступно, им это близко. Они в этом живут, в этом мире, в современном. Поэтому для них это гораздо ближе, чем играть классику. Хотя вот классику мы тоже очень любим. Фестиваль интересен своей многогранностью. Здесь и симфоническая музыка, и камерная, выступления ансамблей и солистов. Учащиеся Видновской детской школы искусств Екатерина Иванова и Анна Паршина познакомили слушателей с фрагментом из оперы «Король и Золушка» композитора Георгия Портнова. Честь выступать здесь и сегодня перед великими композиторами. Фестиваль открывает разные возможности. Очень здорово, что мы можем познакомиться с современными исполнителями, композиторами. Это очень здорово будет их послушать. Каждый музыкант уникален, по-своему любит, чувствует музыку и передает ее характер. Композитор Ширвани Чилаев в своем творчестве старается отразить черты народов Республики Дагестан. Я, может быть, один из тех людей, кто застал еще какую-то песенную культуру нашего народа и смог ее внести в оперы, сочинения свои. Ну, смотрите, в связи с этим я написал «Король Лир» опера Хаджи Мурад Толстого. Детские песни и ангельские юные голоса. Украшением концерта стало выступление детского хора Союза композиторов России «Преображение» под руководством заслуженного работника культуры Михаила Славкина. Фестиваль «Композиторы России детям Подмосковья» – это настоящий праздник музыки, который несет большой заряд радости, открывает новые интересные страницы и вдохновляет на творческие свершения. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.